Я вообще считаю, что у нас ни командиров нет, у нас все паркетные. Что они по 3 года отучились, там 3,6, кто 3,8. Им вручили лейтенантов, и они командуют вообще там, опять же таки, кого там набирали. Учителей там каких-то, я не знаю, дворников там. Ну смешно было мне. Я когда был на батальоне, я смотрел, как они автомат держат в руках. Я вообще просто, у меня желание отпадало от этого, чтобы куда-то что-то дальше с кем-то ехать, куда-то еще и воевать.